Всем привет, друзья! С вами Мимик и Корп Кипер. В общем, захотел я еще немножко записать ее. Пересоздал, правда, персонажа и мир, потому что там генерация мне не понравилась, что слишком близко была вода. И немножко за кадром я перед записью порасследовал местность. Какого-то другого контента, который я показал в обзоре, у меня не было, даже немножко ниже, например, я наковальню не сделал. Ну, спокойно могу, в принципе, ее сделать. Поэтому давайте разбираться. В общем, по части мира я исследовал совсем ничего. Но начал рассматривать и разбираться в игре. То есть, копал я, конечно, довольно-таки нормально. Из интересного... По скиллам добился 21-22 уровня, ну, в беге и в копании, немножко в крафте и так далее, в рыбалке. Рыбалка качается гипермедленно, поэтому да. Здесь у нас верстак, печка, кулинарка, тоже посоздал немножко хавки. Здесь уже насобирал тоже какое-то количество ресов, это файбер это. Ингредиенты, пускай здесь лежат. Также здесь в сундуке я тоже пособирал какие-то жоды, нашел агаты. Для чего они, я не знаю. Тенора всего лишь две штуки нашел. И да. Здесь я прокопал чистый туннель вниз, хотел посмотреть, что там. Там нарвался на огромную речку. Здесь нашел какой-то огромный большой гриб, но... Не стал ее убрать, там сегодня возьмем. С левой части здесь я немножко тоже обустроился. Во-первых, вот эти вот ростки грибные. Я потихоньку сажусь сюда, потому что из них начинают спавниться грибы. Тем самым, прождав какое-то время, они дают плоды. И также из них иногда спавнятся враги. Вот эти вот. Также здесь... У меня ферма дерева и семечек Root Seed. Они тоже на автомате все дают. То есть деревьям тоже проблем никакого нету. И здесь у меня небольшая фермочка. Собирал цветочки, поэтому здесь уже тоже начал собирать ягоды. Выше немножко посмотрел. Увидел... Из нового интересного, что вот эти вот слизи можно убирать с помощью лопаты, пересаживать. И они действуют как спавн слизи. И повыкопал эту слизь. И сделал себе небольшой спавн вот здесь вот. Из этой слизи. Правда, спавнился довольно фигово. Вот я лужайку засеял, так скажем. Ну да, здесь у нас левее босс, слизняк. Есть, немножко пошел, поисследовал. Опа, здесь можно бить слизняка. Рыбное место. Нужно будет порыбачить. Поэтому как-то так. Можно вокруг этого босса сегодня будет поубирать лопатой слизь, чтобы обезопасить, так скажем, битву с ним. И все будет хорошо. Опа, вот отошли. Получили урона. Ну, ничего страшного, наша хилка довольно хорошая. Также из интересного я сделал себе фонарик, чтобы свет мне давал. И также нашел перо. Свит Физер. Дает вот такой вот рывок а-ля Dark Souls. Его, наверное, позволит нам лучше драться с этим слизняком. К сожалению, рандом пошел не в нашу пользу, потому что если я в обзоре нашел там несколько луков, здесь же я хоть и создал себе стартового персонажа как бы рыбака с удочкой, мне попадались 2 или 3 удочки в сундуках. А вот дальнобойного оружия, который поможет убить этого слайма, у нас нету. Плохо, поэтому, да.
можно порыбачить. Давайте потихоньку разбираться. Записываю я после укладывания первой серии, поэтому не знаю, что там по просмотрам и так далее, но в любом случае хотелось бы разбавить наш канал какой-нибудь такой игрушкой. Подумал насчет какой-нибудь там, ну, террария у нас уже есть на канале. Так, там есть что-то? Вроде есть еще рыбное место. Можно было бы какой-нибудь Сардювали записать, но она довольно уже старая, поэтому навряд ли кому-нибудь понравится, нужно будет. Эта игрушка развивается, поэтому контент добавляется. Посмотрел, что по ней даже сейчас есть огромное количество контента, поэтому в виде боссов, шмота и так далее. Поэтому, думаю, будет интересно, кому интересно. Исчезла рыбка, кстати. Ну, пофиг. Берем удочку, пошлите посмотрим. Так, поставлю на фонарик. Пошли посмотрим, что здесь за огромный гриб. Что мне прям интересно было посмотреть, что это такое. Да, вот такая вот дорожка. Не делал пока что никаких мостиков. Вот, вот здесь вот огромная лужайка. Здесь куча было грибов. В сундуке можно было увидеть, что я там нашел просто огромную уйму грибов. И здесь стоит какой-то здоровый гриб. Опа. Гигантский гриб. 15 еды и 25 перманентно дает максимум хп. Can be cooking. Если вы там... Не ясно. Ну, хорошо. 25 к максимум хп это хорошо, потому что наша максимум хп очень медленно увеличивается за убийство врагов. То есть не зря я показывал. Ну, хотел показать. Записать это на видео. Окей. Рунинг. Всегда полезно. Прокопаемся здесь, посмотрим, что у нас. Ага, грибочек. Дал нам кристаллик. Хорошо. Пока копался вниз с расчетом на то, чтобы найти спавны Тинор. Ну, пришел, конечно, не к ним. Поэтому не знаю даже, на каком этапе начнет попадаться. Так как рыбалка довольно медленно прокачивается, нам придется заниматься ее постоянно, где только мы ее видим. Поэтому как-нибудь буду делать на паузы и так далее. Какие-то такие моменты. Потом разберемся. Так. Поведение у рыбы какое-то, конечно, жесткое. Не получится, видимо, поймать ее. Да, давайте опустим ее. Видимо, наша прокачка пока что не позволяет ловить. Больше двух разновидностей рыбки у меня не было. То есть попадаются только вот такие вот. Ну, видимо, как-нибудь потом начнутся уже попадаться другие рыбки. Это будет тоже хорошо. Окей. Небольшой другой полуостров. Собираем вот эти вот наросты. У себя посадим. Будет хорошо. Так. Убиваем грибочка.
Инвентаря, конечно, много. Опа, это уже, кстати, другая. Это тенор. Нет, это вообще кристаллик. Блин, плохо. Здесь можно выкопать что-то. Где наша лопата? Семечко. Ну ладно, не так уж полезно. Так, на рост. Собираем. Здесь можно ниже куда-то пойти. И тоже пока что туда не пойдем. Давай посмотрим, что у нас здесь. Цветочек пока что не сможем получить. Угу. Там снова куча грибов. Но делаем факелов. Крафт качается. Довольно быстро, кстати. Давай до десяточки прогоним. Опа, хорошо. Заставим все, блин, факелами. Иногда, конечно, персонаж бьет не туда, куда мы смотрим, куда мы вообще хотим. Ну, это дело житейское, так скажем. Окей, здесь у нас особо ничего нету. Рыбалка. Окей, порыбачил. Пошлите дальше. Бежим отсюда. Обойдем. Все это место, это, конечно, потом можно будет прокопать, тем самым увеличив наш навык. Дырки там будет слайма на том берегу. Куча рыбных мест, но, конечно, мы туда, понятное дело, не сможем никаким боком закинуть удочку. Убиваем слайма. Угу, сундук. Опа. Чуть не умерли. Нифига себе. Сломал сундук. Что с него выпало, даже и не знаю. Но... Ладно, кушаем. Опа. Тенор, это хорошо. Это прям хорошо. Ставим кучу фонариков. Снова гадский слайм. Хорошо, по два удара успеваем делать. Здесь у нас безобидные слаймы. Мы все равно их убьем. Пока что все однообразно. Но тем не менее, сундуков бы побольше и реально найти бы какой-нибудь лук. И можно было бы готовиться или пытаться там убить того большого слайма. Хотя мастерство луком тоже нужно прокачивать. Хотя бы найти, и то было бы уже хорошо. Так. Прокачали Виталити. Уже отлично. Так, похаваем.
Угу, там бешеный этот слайм агрессивный. О, грибок, ты куда побежал? Лунинг прокачался. Ура! 25-й рунинг дает нам теперь два разных перка. Я пока что я не думал, куда что идти. Но да, по крайней мере, цель 25-ю прокачку мы добились рунинга. С киркой бы еще дойти бы. Вообще бы красота была бы, но думаю, как-нибудь дойдем. Песок ломается. Просто с одного удара. Даже наших рук. Не будем использовать кирку. Вроде бы ничего там нету такого. До сих пор нету тенор, что тоже довольно плохо. Насколько нужно, интересно, углубиться, чтобы начал спавниться, потому что ушли мы, конечно, довольно далеко. Хотя, если судить по карте, насколько она здесь огромна, поэтому, наверное, не очень недалеко мы ушли, на самом деле. Здесь может быть куча разного лута, поэтому, наверное, нужно... Ага, грибок. Можно было бы сходить на базу обратно и раскидать все вещи по сундукам. Наверное, убьем слаймов. И сходим, наверное, на базу, заодно и покушаем. Так, в общем, дошел я до базы. Тем самым пробив еще один слой. Потом давайте разбираться с вещами, которые мы налутали. Также я там немножко пособирал рыбки. Покидал здесь, что можем положить. И фрукты они на самом деле сильно пока что не нужны. Давайте посмотрим насчет гигантского этого. Чем его можно сделать. Здесь мы выкидываем вот эти вот кристаллы. Тенор потихоньку копится, это хорошо. Я бы вообще взял бы скраб на самом деле и... Сюда, где у нас рефордж. Починил бы. И сделал бы наковальню. 8 купербаров. Ставим зачарование кирки. 1 купербар. Да, улучшение, конечно, прикольная тема. И здесь смотрим. 8 это 19. 28 слитков нужно нам, не хватает, чтобы сделать полностью медный сет. Окей. Пособираем, посмотрим. Кавку. Смотри, грибок. С большим грибком можно что-то сделать. Интересно, не исчезнет ли эффект? Нет, нет. Это салат. Хорошо, хаваем. И теперь у нас 160 хп. А, здесь увеличилось. Максимум хп. А, максимум хил, в смысле, на 5 минут. То есть большой гриб дает на максимум хп всего лишь на 5 минут? Печально, печально. Если это так. Ладно, пойдем рассадим грибной биом.
Не знаю, насколько он большой у нас должен быть, но все равно много его не бывает. Посадим сюда. Пускай растет. Также сходим на нашу ферму, потому что от фермы у нас тоже растет скилл фермера, поэтому нам нужно постоянно собирать нашу фермочку. Правда, за сбор дерева нам ничего не дают. Ну, в принципе, собираем дерево, и из него мы крафтим факелы, тем самым прокачиваем крафт, и будет все хорошо. Собираем ферму. Кстати, рыбалка. Да. Два скилла фермерства мы прокачали. Хорошо. Теперь нужно пересадить все эти семена. Вот рутсит, это которая вот эта вот каменная. Ой, ну, дерево. И я не знаю, мне пока что с деревом проблем нет, поэтому отложу. Вот, к сожалению, семечки, которые дают нам фибер. Ну, у меня изначально их было 3 штуки. Нашел. Сейчас уже 1. То есть постепенно все меньше и меньше. Это плохо. Так. Еще нам 2 слотика надо. Вот такая вот у нас огромная ферма. Поливаем. Вода. Замечательно. Выкладываем. Грибочки пускай останутся. Все замечательно. Так, быстро порубали. Окей, меня порубалил. Получил скилл в рыбалке. Теперь уже 8. Хорошо. Теперь можно пойти и немножко почистить место перед нашим боссом. Оденем, наверное, перышко. Семечка. Окей. Так, рыбка нам. Ну, хил какой-то даст, да. Пускай хилится. Вот таким вот образом мы выкапываем. Выкапываем эту слизь. Так, ушел босс. Это хорошо. А, смотрите, он постоянно спавнит эту слизь тоже. Блин, довольно плохо. Довольно плохо. Опа. Окей. Какой-то черепок. Какой-то черепок, то есть постоянно спавнит он ее. Давайте посмотрим, насколько вообще реально будет убить его. Ну, вообще, если сильно постараться. То, босс. Не сильно сложный. Если у него не будет какой-то второй фазы. Оп.
Подходим. Ладно, пока что не готов. А, в смысле? В смысле ты за мной идешь? Он наркоман? Нифига, он заломал все. Скраб я бы забрал. Так, мили урон. Блин. Нет. Первая смерть. Не. Хотел поставить, блин, хавку. Он, когда роется в инвентаре. О, иммунитет к дамагу. Прикольно. В общем, все хреново. Окей, убить его можно. Наша могилка. Хорошо. Декоративная штука. Ну, выкинем. Ладно, пока что сегодня мы не будем убивать его. Ну. Умерли от босса. Минимальная какая-то подготовка в виде хавки. В принципе, обеспечит одним легкую победу. Ладненько. Ставим обратно. Нужно нам порыться. Куда мы пойдем? Давайте исследуем правую часть. Я вам тоже ее особо не показал, поэтому погнали туда. Вот почему персонаж не может просто бежать. Также, что мы там прокачали. Да, первый левел. Мили атак спид, вау. Скорость. Это всегда хорошо. Выкапываем дурацкую слизь. Угу, здесь особо, блин, некуда идти. Плохо, наверное. Будем охотиться. Ага, это не сокровище. Думал, будем охотиться за рудой, чтобы сделать себе медный сет, и чтобы спокойно победить первого босса. Ну да ладно. Капываем. Виталити. Виталити хорошо. Кстати, у нас, да, 129 хп. То есть, он тот грипп и вправду дал нам максимум хп. 25, потому что есть 4. 25. И еще дополнительно давал бафы. Наверное, с этими бафами и надо было идти и бороться с ним. Конечно, немножко просрали шанс. Но все равно босс без того... Довольно легкий. Ха, интересно. Ринкер какой-то нашли. Ладно. Собираем больше медной руды, чтобы еще смогли ее улучшить. Наш сет, чтобы еще больше было. ПП-шки. Ну, проблема в том, где массово брать, блин, вторую руду. Вот это вот вопрос насущный. Угу. Через слаймов это значит какой-то лут. Ну, какой-то хреновенький лут на самом деле. Опа, там еще. Только отсюда можно зайти к ним. Як, умирай, гаденыш. Да, какой-нибудь лук
нам бы не помешал бы. Может, и не надо было тот мир убирать. Можно было бы с того мира вообще забрать лук, но я как бы... Мне показалось, что это не слишком честно было бы. Нашел я, кстати, как удалять тоже и миры, и персонажи. Там через настройки есть опция. Поэтому и миры я уже благополучно удалил. Як, помирай, гаденыш. Захаваем. Мили. И виталити прокачиваются, и мили прокачиваются хорошо. Убираем песочек. Урона они, конечно, носят очень много. Ну, хотя это логично. Потому что у нас нету никакой общей брони. Ну, вообще, пришли с нормального мира. А здесь вообще не ясно, что здесь такое. Поэтому, понятное дело, что нас будут убивать. Довольно быстро. Ничего, когда-нибудь мы начтинимся и будем их всех убивать. Ни хрена там грибочков, посмотрите. Умирают они, конечно, забавно. Этим звуком. Булю. Окей, мы вместо правой части вот, слишком много воды, как по мне. Это подземные воды. По майнингу что у нас? 22 всего лишь. Виталити. Какие-то скиллы поинт дают максимум хп. Что-то непонятно. Ну окей. Наверное, надо будет похавать. Вроде бы прокачка у нас кирки дошла уже довольно высоко. По меркам изначальной игры. А все равно эти блоки мы уничтожаем с двух ударов. Что печально. Может, руками? Ну, руками, видимо, довольно быстрее сможем. Но зачем копать руками, когда есть кирка? То есть на кирку пока что не особо как-то распространяется. А, интересно. Смотрите. Это, видимо, второй биом. Дошли до второго биома, господа. Здесь, наверное, помогут. Вау. Поставим факелки. Так, там грибочек убьем. Там, наверное, уже второй тир руды. Оно не сильно отсюда видно, конечно. Давайте посмотрим. Блин, ну, скрафтить мы не можем. Давайте в первую очередь, хотя и порыбачить у нас нету. Давайте вот эту фигню выкинем. Похаваем. Эту выбросим. Рыбалку прокачаем. Посмотрим, можно ли ставить мостики во второй биом. Какая-то дурацкая рыба вообще. Когда-нибудь мы сможем лутать здесь вообще всю рыбу.
Это будет, видимо, не скоро. Помогут ли нам, конечно, перки, может. Другая удочка поможет в этом. Смотри, подрыв 3 рывка делает. Ну, пока что нам невозможно ее поймать. К сожалению, тоже рыбалка прокачивается только, когда мы вылавливаем рыбу. То есть, на такую рыбу, если видим, что мы... Ну, прям физически не получается ее залутать, то можно сразу сбросить эту игру и попытаться поймать другую. Благо, что удочки здесь не ломаются. Окей, поймали. Вау! Ни хрена себе, рок джам. Новая рыбка. Интересно, она много ли нам дала опыта? Окей, снова поймали, смотри. Довольно легко. Здесь можно выкопать. Ага, черепок. Здесь можно, видимо, легко перебраться, хотя сказал бы, что прям легко. Ладно. Грибочек ты нарвался. Но второй биом, это, конечно, довольно интересно. Давайте сделаем верстак и поставим его здесь. И от него сделаем, попробуем мостик. Да, мостик можно делать. Окей. Ну, второй биом. Смотри, намного, намного сложней. Ага, это уже железо падает. Слушай. Это каменная стенка. Железо. Железо это у нас уже третий тир получается. То есть, значит, это не второй, а третий биом. Ладно, нам пока что, значит, сюда рано. Запомним. Железо это хорошо, но пока что мы и верстака не можем никакого скрафтить из железа и вообще предметы. О, хорошо. Не так уж и далеко от первого нашего биомчика. На него нам явно нужна кирка получше. Хорошо. Тогда либо в другое направление нам нужно идти. Скорее всего. Так, слот у нас есть. Выкапываем грибочки. И посмотрим, что у нас здесь еще немножко. Насколько эта граница большая. Какие-нибудь более улучшенные факелы бы дали бы нам возможность крафтить, потому что света от него прям, этих факелов прям вообще скудно. Прям хоть ставь вообще друг на друга. Благо дерево нам позволяет это делать. Ну смотри, хоть мы потихоньку и подходим к нему, к этому второму биому.
Видимо, это легальный переход во второй биом. Интересно. Либо нет. Так, сундук внизу вижу. Сундук это хорошо. Сундук это потенциально лук. Не знаю, куда мы движемся. Как-то мы обходим этот биом теперь по кругу. Ну да. Мне кажется, куда-то мы не туда идем. Потому что здесь у нас вообще ничего нету. Дерево. Ну да, все-таки смотри, второй биом. Точнее, третий. Он и есть. Ограничит. Но. В принципе, никогда не проблема сделать просто стенку. И пройти туда, куда нам надо. Сломай это дерево. Опа, смотри. Какой-то домик. Ну да, и это легальный. Опа. И фургон, руинс. Какие-то руины. Да, то есть можно и без этого зайти спокойно сюда. Музыка поменялась. Ха. Смотри, там домик. Ха. Но нам явно туда еще рано. Интересно, я обойду до сюда это место или нет. Нам бы обратно возвращаться, потому что место у нас довольно хреново. Майнинг прокачался. Собираем руду. Майнинг у нас 23. Что тоже довольно хорошо. Окей, нажму на паузу и добегу тогда до нашей хаты. А может, просто прорублю. Я думаю, прорубить будет тоже довольно хорошим вариантом. Окей. В общем, решил я не обходить, а прорубить, так скажем, проход. Пошел по вот такому вот пути. Сначала прямо, потом там озеро-озеро. И здесь, к удивлению, я нашел сундучки. Поэтому давайте посмотрим, что с них может упасть. Выкинем эти вещи. Динор. Это хорошо. Я бы хотел бы, конечно, чтобы норм не попадалась как просто какая-то руда не в виде лута. Но, тем не менее, что есть, то есть. Наверное, сюда в слотик выкинем этот. Подобрали бомбу. Подобрали. Давайте посмотрим, как действует бомба на всякий пожарный. Заберу руду. Может, она уничтожится. Так, отходим. Бабах! Ну, как-то такое себе, по-моему. Тем не менее, ладно. Наконец-таки дошли мы до нашей, скажем, базы. Можно было бы похавать. Давайте разбираться с лутом, что мы получили. Кукинг, не знаю, пока что готовить. Хотя из этой рыбы можно, кстати, посмотреть. Тоже здесь будет. Поставим всю руду на переработку. Теперь этого
Очень хватит. Чтобы что нам сделать? Нор 7. Нам надо для верстака 15. Что много. А там после верстака по-любому нужно еще какое-то количество. Поэтому да. Это все выкидываем. Семечки пойдем тоже выкинем. О. Тут у нас ходят как у себя дома, блин. Какого хрена расплодились? Можно будет огородить как-нибудь эту вообще локацию и сделать дверь, чтобы они не выходили. Здесь у нас, кстати, тоже все уже разрослось. Это я пока что не знаю вообще, что выкинем. Это сломаем. Собираем дерево. Да, конечно, однотипные действия в этой игре рано или поздно начнут душить, но без них никуда. Вот, например, нужно, вроде бы нам сейчас и не нужно собирать ферму, потому что у нас и так средствами полно и все просто ништяк. Но так как прокачка у нас есть, то нас вынуждают этим заниматься. Ну, окей, я не против. Ставим потом лейку. Блин, вот эти вот вещи можно будет тоже все посадить. Если какие-нибудь потом будут, не знаю, автосборщики навряд ли будут в этой игре. Вот какие-нибудь спринклеры. Спринклеры, или как они правильно? Ну, поливалки автоматические, как в той же самой террарии. От них я бы не отказался, потому что эта штука хорошая. Знаю, сколько нам нужно места. Вот так вот сделаем. Так, вроде бы все семена посадили, теперь нужно поливать. Не знаю, деревья есть ли смысл вообще поливать. Наверное, нет. Окей. С этим разобрались. Это мы выкладываем. Слизняк там, конечно, бушует. Родина это хорошо, но я предлагаю немножко прокачать крафт. Вот сюда поставим. Нам столько деревьев не нужно. Поэтому, да. А как-никак дает процент брони. Броника нам нужна. Это вот таким вот образом будем прокачивать себе. Бронь. Знаю, конечно, не сможем сделать себе двадцатку, но тем не менее, как-то так уже хорошо. На первое время хватит. Окей, давайте теперь разбираться с броней. 8, 11. И 9. Медный сет. О, как раз качали крафт. Какая-то зелененькая. Тарам. Медный сет. Конечно, шлем выглядит. Да, такой себе. С этого бонуса нету, к сожалению. Но бронька это хорошо. И можем еще улучшить. 3-3 под. И 2. 6, это получается 8. Конечно, улучшение не намного лучше. Также, кстати, нам кирку надо. Да, еще 9 слитков, если я все правильно рассчитал. Тум-тум-тум. Тум. Ну и, в принципе, 2 купера, наверное, и
мечик не помешает сделать. Опа, вот так вот. Краб, давайте лопату тоже починим. Опа, замечательно. Ну, такой вот медный сет. Теперь у нас 22 брони. Что довольно хорошо, плюс какие-нибудь кавки. Давайте, кстати, посмотрим от рыбки. Милидамаг, смотри, это прям говорит, что хавай, хиляйся и иди убивай босса. Это хорошо. Максимум хп, это понятно. Майнинг. Додж шанс тоже довольно хорошая штука. Ну, милидэмэш, я думаю, нормально. Я думал, может, какая-нибудь хавка есть, найду. Можно будет посмотреть с вот этими вот вещами, которые покидать всякие разные ингредиенты, посмотреть на их комбинации. Ну, пока, в принципе, меня эта хавка устраивает. Это желтая у нас, да? Еще хавки сделаем, нужно больше хавки. Окей, вот такая вот получилась серия. В следующей серии мы пойдем убивать слайма прям сразу сначала и посмотрим, что из него выпадет и что вообще будет. Поэтому, да, конечно, нашли биом новый с железом. Тенор, конечно, к сожалению, мы не нашли, но, видимо, реально в другой стороне. Поэтому, да, в общем, пока на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в новых видео. Пока-пока.